200 мигрантов едва не погибли в Эгейском море. Лодка с беженцами перевернулась на западе Турции у побережья провинции Балыкесир. Мигранты из Сирии, Палестины, Тибета и Индии направлялись к греческому острову Лесбос. Всех спасенных, среди них половина женщин и дети, доставили на один из турецких островов. За последний месяц в Грецию из Турции прибыли более 150 тысяч мигрантов. Для сравнения, в прошлом году их было 8,5 тысяч.